Всем привет! И всем привет! И сегодня я вам покажу в деревне номер 13 8 секретов этой деревни. Потому что тут очень много всего попрятано, очень много секретов и тайных нычек разных, разного всего, чего точно, я говорю вам, не знали. И начнем с первого, то что тут есть секретные проходы, да, они есть. В этом доме, в этом и в доме мэра. Пошли. В моем доме они есть. Это вот сюда мы. Секретный проход. И мы из этого секретного прохода можем попасть в кузницу. Вот мы попали в кузницу. Можем попасть. Что мы можем? Мы можем вот сюда. Смотрите, смотрите, смотрите. Мы можем вот сюда. Можем выйти в... Вот сюда, это у нас, что это у нас, колодец. Можем попасть. Можем, говорю вам, попасть. Вот сюда, в церковь. Церковь, церковь можем попасть. Ага. И можем попасть в дом, дом мэра. Вот. Это первая нычка, секретная, секрет деревни на 13. Второй секрет, вы когда-нибудь задумывались, вот что вот там, видите, вот там вот, вот тут вот. Вы когда-нибудь задумывались, вот сюда нельзя вообще попасть, как бы. Но, если ты знаешь и смотришь это видео, ты сможешь сюда попасть. Вот так. А как вот отсюда, вот туда попасть? Все просто. Оп, секретный проходец, который никогда не увидит ни один. И ты попадаешь вот сюда, вот так. А чтобы выйти из этого дома, тебе надо тоже знать секретный проход, который я сейчас потерял. Реал. А, вот он. Вот так вот подпрыгиваешь и просто выходишь. Вторая. А, стоп. Да. Третья. Нычка. Вот она связана вот с этой грядочкой. Вот тут вот, вот тут вот. Если вот сюда нажать, мы попадаем сюда. Но, вот видите вот туда землю? Ну, там все, там это стекло, и тут в маленькой этой комнатке можно следить за жителями. Это у нас получается какая? Раз, два, три. Третья нычка, секрет, который вы не знали. Следующие три секрета, которые я вам покажу, они все в доме мэра. Все абсолютно. Абсолютно. Во-первых, вот это вот. А, во-первых, вот это, и вот это, вот можно все, всем следить. И, во-вторых, вот это. Их не видно, но это сундуки. Прикиньте, ребяточки. А, и третий секрет дома мэра, это, ну, как бы... Ну, как бы, вот, да. Вы знали, что в доме мэра есть вот эта точила? И как он сюда ее затащил, я его фигов знаю, как этот мэр тупой затащил ее сюда. Ну ладно, выходим отсюда. Три нычки я вам уже показал плюсом. А еще, так, это получается раз, два, три. Так, стоп, раз, два, три, ага, ага. И у нас получается уже сколько нычек, давайте узнаем. А пока мы показываем вам, я сейчас посчитаю, дайте мне секундочку, минуточку. Получается раз, два, так. Раз, два, три, шесть. То есть три. Вот тут три. Раз, два, три. Ну да, шесть. Это седьмая нычка. Ёпарасоте. Ёкарный бабай. Это седьмая нычка. Вы знали когда-нибудь, что вот тут? Можно пройти, да. Тут можно слать блоки. И знаете, что там находится? Вы сейчас обалдеете. Под землей это находится... Целый вертолет, вы прикиньте, мэр скрывает это от всех жителей этой деревни, вы просто представьте себе, мэр, вы представьте, такое скрывать, то есть тут блок просто стоит, но там вот это находится. И еще последняя нычка, это вот это вот. Вот зачем, когда идет тут лестница, а это все для того, чтобы забраться на крышку, я не знаю, зачем это тут нычка, но она просто тут должна быть. Вот это все. Секреты деревни номер 12 и все нычки деревни номер 13. Вы просто, наверное, офигели от таких подробностей, да, потому что это деревня очень много всех секретов и
следующем видео вы узнаете еще больше секретов, потому что вчера вы узнали один секрет об этой деревне. А пока что, пока.